И сегодня у меня к вам радостная новость, потому что я купил новую квартиру. Вот такой вот я успешный мигрант. За 12 лет в Риге смог себе купить две квартиры. И я просто на коленях перед вами стою здесь. Есть и плюсы, и минусы. Что я теперь элита, я теперь живу в элитном районе. Я теперь приглашаю вас в свою новую квартиру. Друзья, всем привет, всем здравствуйте, добро пожаловать на канал к вашему любимому рижскому блогеру Феликсу. Я рад вас приветствовать на своем канале, и сегодня у меня очень радостное событие, которое я хочу с вами поделиться. Я купил новую квартиру. У меня столько эмоций, я прошу прощения за эхо. Квартира пустая, поэтому уже как-нибудь не обессудьте меня, а потом мы, может быть, немножко выйдем на улицу, я вам еще поснимаю, что-нибудь подробнее расскажу обо всем. Ну, а пока что и добро пожаловать в новый дом. Друзья, товарищи, кто впервые попал на мой канал, обязательно пройдите, посмотрите несколько видео, и если вам понравится, обязательно подписывайтесь. Также, кто приходит давно или ушел, подписывайтесь снова, потому что меня ждет очень много всего интересного, ну и, соответственно, вас тоже это все ждет, потому что, как вы видите, квартира у меня, можно сказать, черновая, здесь только такая хорошенькая отделка, но все придется оформлять самому, своими руками. Ну, давайте начнем обо всем по порядку. Мне даже негде присесть, и я просто на коленях перед вами стою здесь и буду рассказывать о том, как и что произошло, поэтому, пожалуйста, наберитесь немножко терпения. Надеюсь, что я сделал правильный выбор, по крайней мере, как-то мне кажется, что те сигналы, которые я получаю извне, говорят о том, что все-таки я, наверное, успел, как всегда, в предпоследний вагон в поезде. Ну, посмотрим, как будет разворачиваться событие. Вы знаете, что я лайф-блогер, я показываю жизнь такая, какая она есть, без приукрашиваний, без ничего и такого экстра, поэтому за это вы меня и любите. И я надеюсь, что следующий этап нам всем будет весело и интересно проходить вместе. Мы только что подписали акт прием, как это сказать, тельпунодошину акт, по-латвийски, по-русски это акт приемки, по-моему, это правильно называется. Ну, сама сделка, как вы понимаете, произошла несколько дней назад. Я вам обязательно поставлю отрезочки такие о покупке. Там была очень интересная история, такие, которые случились со мной у нотариуса. Немножко расскажу, как мои воспоминания из прошлого. Ну, из моих предыдущих видео, те, кто меня смотрит какое-то время, вы знаете, что я искал квартиру. Для меня очень важен был район и то, чтобы квартира находилась недалеко от железнодорожной станции. В Латвии у нас новые поезда, вот, и ремонтируют станции, поэтому скоро все будет, надеюсь, что хорошо. Они будут ходить регулярно и ничего не будет ломаться. Вот, и здесь квартира моя находится в элитнейшем районе Риги, Межапарке, так что я теперь элита, я теперь живу в элитном районе. Квартирка небольшая, 30 квадратных метров, до станции железнодорожной мне 15 минут пешком и 15 минут до центра и где-то вообще 10 минут до моего любимого пляжа, где я люблю гулять и отдыхать, и вести для вас стримы. Для меня локация была очень важна, здесь очень тихо, здесь нету никаких улиц проездных таких, да, шум отсутствует. Вот сейчас немножечко вместе разберем с вами и плюсы, и минусы. Я человек приземленный, такой реалистичный, не живу в облаках, поэтому я понимаю, что
Так, чтобы все стопроцентно было идеально, в жизни не бывает. Есть и плюсы, и минусы. Если вы меня сейчас спросите: «Феликс, какие эмоции ты испытываешь?» Вы знаете, я вам честно скажу, я не испытываю никаких эмоций, потому что это вторая моя квартира. Ну, вот такой вот я успешный мигрант. За 12 лет в Риге смог себе купить две квартиры. Ну, у каждого своя судьба. Ну уж простите, кому не нравится. Ой, наверное, у хейтеров сегодня будет прямо траурный день. Ну, я надеюсь, что вы, мои любимые подписчики и зрители, вы, конечно же, за меня порадуетесь, а я порадуюсь за вас, за то, что вы радуетесь за меня. Так, про местоположение я вам рассказал. Наверное, самой такой минусовой частью является то, что здесь нету никаких спортивных заведений, в смысле спортоклубов, ничего. Но здесь рядом большой лес, межапарк, да, скажем так, что кусок леса в Риге, озеро. Ну, гольф-клуб есть. Может быть, я займусь гольфом и буду у вас гольфистом. Элитный вид спорта. Буду вот как-то начинать что-то новое в своей жизни. Посмотрим. Все покажу, все расскажу, вы знаете, ничего не скрываю. Сама квартирка небольшая, это студия, 30 квадратных метров, но теперь с балконом. У меня есть балкон, на котором я смогу, может быть, даже вести стримы, а может быть, просто пить кофе, наслаждаться жизнью. Да, я сам перееду жить в эту квартиру, и квартира, которая у меня в центре Риги, ну, скорее всего, что я ее буду сдавать. Ну, конечно, я ее буду сдавать, потому что, ну, как бы, зачем мне две квартиры в Риге? Я с Синой смогу и как бы и здесь побыть. Вот, сейчас я буду все замерять. У нас будет очень много походов по магазинам, выборов мебели, кухни. Здесь будет кухня, где я стою, мои дорогие. Почему я не испытываю особо никаких эмоций? Потому что я знаю, сколько стоит потом оформлять свою квартиру, сколько стоит делать ремонт, потому что в своей квартире, которая в центре, которую вы все знаете, я делал ремонт, и я просто знаю, что это тоже высасывает очень много денег и энергии. Ну ничего, я справлюсь, я пробьюсь, где моя не пропадала. Ну, я пока что вам много не буду показывать. Здесь у меня балкон с окном. Здесь по плану должен был быть шкаф. Здесь как бы диван, спальное место. Вот здесь, понятное дело, туалет с душевой. Здесь очень все такое хорошенькое. Мне очень понравилось, потому что здесь Виллерой энд Бог, так вот, такой душ есть и тропический, и такое, короче, ну, все мне очень нравится. Наконец-то, друзья, мне не надо будет спускаться и открывать дверь, я могу это делать по домофону. Но такая вот у меня судьба трагическая, несчастная. В Риге у меня все квартиры были без домофонов. Если честно, это супер раздражает, потому что тебе постоянно надо спускаться, неважно, тебе доставка, друзья пришли, ты должен спуститься, открыть дверь, это холодно, голодно, неважно, что дождь идет на улице, ты должен спуститься. Вот. А с соседями договориться очень тяжело, потому что там этот входной замок, он где-то стоит 1000 евро, и сказать людям: давайте скинемся по сотне и поставим себе замок, но зато будем жить комфортно. Там начинается просто истерика в чате, и поэтому есть как есть. Но теперь я могу просто заказывать себе еду и просто ни о чем не париться. Я, наверное, поэтому не люблю доставки, потому что я просто как подумаю, что, блин, мне надо одеваться и идти. Короче, ну вы поняли. Я только что тут отвлекся на ручку от балкона, она немножко до конца не закрывалась. У меня уже, знаете, такая паника. Я только что купил новую квартиру. Почему ты? Тут все должно быть идеально. Но надо себя просто приводить в нормальное состояние и понимать, что ничего идеального не бывает. Все будет окей.
Так, наконец-то сбываются мои мечты. Это последний этаж. Слава богу, у меня не будет соседей наверху. Вы знаете, что я просто терпеть не могу соседей наверху. И это просто супер. Я считаю, что теперь, надеюсь, у меня будет прекрасная шумоизоляция от всех. Я скажу вам очень честно и откровенно, покупать вторую квартиру намного легче. У меня там, где мы у нотариуса подписывали договор, я познакомился со своими соседями из квартиры. Кстати, как только я купил квартиру, все квартиры на этом этаже были выкуплены. И ну, я приношу клиентов, ну такой вот я денежный парень. И парень очень переживал, молодая семья, девушка была такая более спокойная, а парень очень переживал там, ну, мне так им хотелось сказать: успокойтесь, вторую квартиру будет покупать легче. Вот, когда покупал первую, я даже чуть не упал в обморок, но об этом чуть попозже вам расскажу. Предварительные планы, там, где планировался диван, у меня будет кровать. Я человек у вас уже, знаете, как бы не молодой, мне уже не 20 лет, это, наверное, в 20 лет, знаете, можно калачиком свернуться на кресле, выспаться и пойти и тусить еще дальше. Когда тебе за 40, то поспав где-нибудь в гостинице, либо у друзей на диване, потом это 2 месяца реабилитации, массажи, психологическая поддержка и все что угодно. Поэтому я все-таки такой человек, которому нужна кровать. Я думаю, что там будет кровать. И здесь я еще буду ставить диван. Диван, где-то здесь будет телевизор. Ну, короче, планов у меня очень много. Ну, наверное, самое затратное, это, конечно, будет кухня. Цены не дешевеют, сейчас все дорого. Но я вам все обязательно покажу и расскажу, сколько что стоит, чтобы вы были в курсе всех событий. Мне очень повезло. Почему я принял вообще такое решение купить квартиру? И почему я говорю, что я, наверное, может быть, время покажет, вскочил в последний, предпоследний вагон? Это новый дом. Я никогда не жил в новостройке, для меня это новый такой экспириенс. Вы знаете, что я простой парень из Хрущевки, города Баранович, Беларусь. Да, мое детство прошло, как у большинства советских детей. Ну вот в Риге у меня дом сталинский, да, там классные высокие потолки. Сталинки — это, конечно, моя любовь, но сталинок... Их по их прототипу больше не строят. Сейчас новые проекты, новые материалы. Поэтому поживем в новом доме, узнаем, что это такое. Конечно, совсем другое ощущение, когда ты заходишь в подъезд, когда все чисто, светло, светлый подъезд, все такое новое. Здесь пахнет еще материалами, да, ну, то есть совсем другое ощущение. И, конечно, мне оно очень-очень приятно, и я хочу прожить этот опыт. Для меня это новый опыт в моей жизни, вот пожить в новостройке. Мне нравится, что здесь большие окна, квартира очень светлая. Но, к сожалению, я вам из-за погоды не могу показать, но вообще-то здесь будут закаты, то есть солнце во второй половине. Думаю, что здесь будет очень-очень красиво. Прямо напротив меня такой зелени нету, ну и ничего страшного. Вот. Ну, потихонечку вас буду тоже знакомить с этим районом, показывать, что здесь и как здесь. Поэтому оставайтесь подписанными и не отписывайтесь. Квартиру эту я покупал у застройщика, то есть не у частного лица. Дом был сдан в эксплуатацию буквально совсем недавно. На него распространяется гарантия 2 года, если вдруг что. Сейчас я ничего перекрашивать не буду, но мне, в принципе, этот цвет нравится. Вот. Но надо все равно подождать усадку дома, посмотрим, как будет. Если что-то там случается, то гарантия все покрывает. Ну, плюс у меня, конечно, есть гарантия непосредственно на мою квартиру. Сам процесс купли-продажи прошел довольно-таки гладко. Маклер оказалась хорошая, все... В принципе, за меня делала. Меня поразило то, что в банк теперь даже не надо ходить, все подписывается электронно из дома. Вот. Ну, к сожалению, конечно, ввиду нынешней ситуации
не оказалось ни бесприятного. Вот, я запрашивал кредит в нескольких банках, и один из банков очень недобросовестно поступил по отношению ко мне, и, ну, так скажем, базируясь на мою национальность, мне прямым текстом так они и заявили, почему они не хотят со мной сотрудничать, почему они не хотят давать мне кредит. Ну и по делам им, ну, если вам будет интересна эта история, конечно, и что это за банк, и что там произошло. Был очень неприятный разговор, действительно, у меня был очень неприятный. Я могу сделать об этом отдельное видео, но в результате мне, в принципе, очень повезло, потому что банк, который мой основной банк, они прекрасно со мной скооперировались, и в результате из всех банков они мне предложили самый-самый выгодный кредит. Даже настолько выгодный, что я не ожидал, что он будет такой выгодный, поэтому я, когда получил финальное решение, просто однозначно, я беру только вас. Хотя до последнего я, конечно, скрывал и говорил, что другие банки тоже очень меня хотят получить. Ну, один банк меня хотел получить, тетя, но у них было предложение чуть похуже. Если вам вообще интересна эта тема, как проходит вот сам процесс покупки, я могу сделать либо видео, либо поболтать с вами в стриме каком-нибудь об этом. Напишите мне обязательно комментарий, буду ждать. Я сейчас немножко отвлекся, постоял тут очень-очень тихо. Капает дождь за окном. Я смотрю, здесь есть огороженная территория, видеокамеры. Наблюдают за теми, кто будет наблюдать за мной теперь. Вот, и ну, как-то мне радостно. Я рад, что я сделал эту покупку, потому что на следующий же день начал читать новости о том, что будут, скорее всего, повышать кадастровую стоимость. Ну, в Латвии есть такая специфика о том, что кадастровая стоимость, ну, например, говоря про эту квартиру, официальная кадастровая стоимость квартиры в 6 раз ниже, чем ее рыночная цена. Ну, что просто, ну, невозможно, такое нереально. Поэтому я думаю, что скоро все очень сильно взлетит в цене, по тому же опыту, как это было в Эстонии соседней и в Литве. Так что я ухватил, мне, в принципе, повезло, потому что, как я сказал, застройщик сделал скидку 4000. Ну, считайте, это практически кухня. На эти деньги я смогу соорудить кухню, заказать себе. Вот. И для новостройки, наверное, 2000 за квадратный метр – это подарок судьбы, потому что в соседних домах, ну, намного-намного дороже. Вот. А вторичное жилье, которое я рассматривал, ну, вторичка есть вторичка. Смотря какой дом, смотря какая квартира, смотря какой ремонт. Но здесь есть возможность немножко все сделать именно под себя, так как ты хочешь. Вот. Не переделывать ничего особо. Поэтому я приглашаю вас, я же лайв-блогер, я теперь приглашаю вас в свою новую квартиру, в свою новую жизнь. Переезжать я пока что сюда именно сейчас не планирую, ну, до тех пор, пока все не оформится. Сюда я, конечно, приеду с Синой, когда уже все будет готово, потому что здесь мне уже как бы Сину некуда спрятать, если что. Если надо что-то переделать и так далее, я не хочу для него дополнительный стресс. Я с Люминусом уже разговаривал, говорю, ты готов к переезду? Мне кажется, что он не совсем готов еще к переезду, но придется его уговорить как-то. Я надеюсь, что вы мне в этом поможете. Вот. Сейчас, конечно, моей большой задачей – это покупка мебели и техники, и решение каких-то таких вопросов по планировке, потому что из 50 квадратных метров сталинского дома я переезжаю в 30 квадратных метров, где жилая площадь 26-25. Вот здесь надо как бы, ну, считайте, я в два раза уменьшил свою жилплощадь, но ничего, мы как-нибудь это все решим потихоньку, и я вас буду держать в курсе, и, конечно же, от вас буду ждать подсказок. Кто знает какие-то лайфхаки, где можно что-то купить подешевле, достать какие-нибудь скидки.
Обязательно мне пишите. Я буду рассматривать все варианты, потому что, ну, как бы бюджет, он не безграничный, и надо... Хочется очень много, но надо жить в реальности, к чему я вас и призываю. Ну что, мои друзья, я собран с документиками. Еду покупать квартиру. Да. Зяя, я еду тебе покупать новую квартиру. Ты готов к переезду вообще? Ты готов? Что, мои хорошие друзья, договор подписан. Все прошло очень быстро. Я, наверное, подписал, просто зашел к нотариусу, просто подписал и вышел. Я встретился со своими будущими соседями. Молодая пара, но он очень нервничал. Он прямо нервничал, вообще просто нереально. Ну, правда, маклер тоже там немножко, она им их платеж оформила почему-то на мое имя. Ну, быстренько переделала, ладно, но он же был такой на стрессе, а они шли как бы, они шли передо мной, поэтому мне надо было ждать. У нотариуса они посидели минут 15, он, наверное, там все выспрашивал. Я просто пришел и подписал, ну, что уже сделаешь уже, ну, ничего не сделаешь. Но без эксцессов, конечно же, при подписании контракта не обошлось, даже у меня. Я подписал, вышел, за мной бежит нотариус, она бежит за мной и ручку мою Сваровски мне дает. Я говорю, ну ты тут немножко забыл себе ручечку Сваровски, что мы покупали с вами в аэропорту стамбульском. Жду такси, еду домой все оплачивать. Что еще? Что еще я натворил за эти... про эту молодую пару. Ну, они такие, конечно, ну, приятные такие, в принципе, ребята. Я надеюсь, что они котиков любят, если вдруг надо Люминуса будет посмотреть. Буду как бы подмазываться. Знаете, хорошо, я вот уже с самого начала познакомился со своими соседями, прямо у нотариуса. Вот. Но мне им так хотелось сказать, что, вы знаете, вторую квартиру покупать гораздо легче, чем первую. Потому что, когда я покупал первую квартиру, я, в принципе, понимаю его мандраж. Но все-таки это большие деньги, как бы. Ну, и у них двушка, то есть у них, ну, больше. Они больше. Церковь Гертрудас. И они на встряске такой, знаете, а я, когда первый раз покупал квартиру, я упал в обморок. Мне поплохело, реально. Я просто вышел так быстренько на улицу, продышался, но все было нормально. В этот раз мне вообще, у меня нету никаких чувств. Я не испытываю вообще. У меня такое ощущение, что я каждый день просто покупаю квартиры сейчас в Риге. Может быть, так и будет. I don't know. Смотрите, какая молодежь у нас в Риге. Приехали на Тесле, на такси. Болт Тесла у нас есть. Я-то жду экономи. Купил себе квартиру, теперь только на экономи езжу. Ручка на месте, договоры на месте. Кстати, каждый раз что-то меняется. Я помню, что каждый договор... Когда первую квартиру покупал, нотариус там печати свои ставил. Сейчас только на одну ставят. А остальные, типа, самое главное, это в земельную книгу подать. Там зарегистрировано все, а тебе, в принципе, там без разницы. Так, чем я сейчас займусь? Я взял с собой какие-то там бумажечки, метр, и буду замерять... Все замерять, потому что надо тут очень все четко так, чтобы, ну, вы поняли. Особо места, где разыграться нету, будем так все оперативно, поэтому там смотрю диван, смотрю кровать, и надо прямо вот так, чтобы было все чуть ли не по сантиметру. Уже ошибки допуститься не может тут. Ну так что вот так вот, мои дорогие. Кто-то ругает Благиришку, кто-то любит Благиришку. Но вот как бы там ни было, Благиришка взял и купил себе еще одну квартиру. Надеюсь, что мы вместе с вами
продолжим наш нелегкий путь в ее оформлении. Я буду заканчивать на сегодня, конечно, будет ждать вас продолжение. Вот еще одна из причин, почему я не хочу сейчас, как бы мне, ну, нету такой нужды очень быстро переезжать, потому что мне есть где жить, у меня есть моя квартира. Вот, но здесь еще не все квартиры проданы, и может быть после того, как отключат отопление, когда уже будет там так потеплее, квартира будет прогреваться. Вот. Ну, посмотрим. Ладно, я буду держать всех в курсе. Вам большое спасибо. Я жду от вас поздравлений, жду от вас лайков. Конечно же, поделитесь моим видео со своими знакомыми. Возможно, им эта тема тоже понравится. И, возможно, кто-то узнал из моих новых соседей. Может быть, кто-то из моих новых соседей посмотрит. Я с удовольствием с вами познакомлюсь. Спасибо вам большое. И на сегодня всем пока. До новых встреч.